Да, поняла. Да. А что же вы первый раз не захотели все это писать, Я заполнить? заполняла это все. Вот это все? Да. И когда получала карточку, я это все. Нет. Нет, когда я мы никогда в понедельник получали приходили. Карточку. Так вы же не говорили, что хотите заявление. Вы просто сидите. Здравствуйте, мы пришли с. Мы же с этим вытягом пришли. Милиции, к вам. Мы с этим вытягом пришли от милиции. Но вы же не сказали, что хотите заполнять какие-то заявления. Вы просто узнали ситуацию. Ну, а если человек не знает, как а если я не знаю, заявление, как что есть у вас форма претензий. То есть вы сами не признаетесь, получается? То есть, пока не вмешаются как это, журналисты, пока не вмешаются что-то, вы ничего не делаете. Да? Кто приходит заполнять конкретно? Откуда заявление? Я знаю, что мне. Допустим, я в этом не сведущ. Я этого не знаю. Мне сказали, обратитесь в милицию, принесите. Я принесла. Куда вы меня ну, отправили? У нас тоже на горячую линию тоже можно подавать заявочки. Если вы звонили на горячую линию, вы же говорили, вы звонили на горячую линию. Хорошо. Номер